Здравствуйте, дорогие рукодельницы и рукодельцы! Приветствую всех на своем канале и хочу похвастаться своими продвижениями в моей вышивке. Конечно, продвижения у меня не такие большие, но как бы я всего лишь вышила вот тут полрядика и выполнила бэкстич. Но вот эта вот завершенная работа дает уже такую целостную картинку. Уже, так скажем, виден дом, пол крыши. Крыша у меня здесь, конечно, очень такая значительная. Занимает большую часть работы. И мне ее еще шить и шить. Вот. Ну, на данный момент работа выглядит вот так. Выполнила я бэкстич дома по краю в 2 ниточки. Вот здесь я выполняла черепичку в 1 ниточку. Вот здесь пол трубы здесь черными нитками, а пол трубы я еще не вышила бэкстич. Производитель здесь предлагает более светлыми нитками, так задумано, что эта сторона как бы более темная, то здесь падает цветотень на более светлое, и нужно вышить более светлыми нитками. Но те, которые предлагает производитель, их совсем не видно, и я буду при дневном свете подбирать уже какие-то другие ниточки. Вот. Хотя у нас солнце в большом изобилии круглый год, я, к сожалению, опять снимаю вечером после рабочего дня. Вот при искусственном освещении, то как получается, так и показываю. Вот тоже интересно, здесь у меня получается обшита крыша. И вот вырисовались уже здесь 2 окошка, такие козырючки 2, и сверху будет еще, конечно же, крыша. Вот так на сегодня выглядит моя работа. Вот. Очень мне придает это сил, когда уже видишь, что у тебя большая часть работы отшита, и осталось здесь буквально уже совсем немного. То есть это у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6 рядков. 6 рядков, ни много и ни мало, конечно, но будем стараться и надеяться, что я плюс-минус кончу работу в срок. И, конечно же, я надеюсь, что у меня дальше пойдет небо, пойдет полукрестом, поэтому будет, конечно же, легче вышивать полукрестиком. Вот. Также наблюдаю за всеми, за вашими продвижениями, как растут и продвигаются ваши домики и ваши картины, другие проекты. Конечно, у кого-то они уже завершились, но у кого-то они также выходят на финишную прямую. И очень-очень интересно наблюдать и чувствовать такую дружную поддержку, очень такое близкое общение, помощь. Сразу, вот если какие-то вопросы, сразу девочки отзываются, помогают, пишут комментарии. Вот все это очень-очень приятно. И, конечно же, подбадривает, вот тоже хочется выложить, пусть небольшие, но свои продвижения в вышивке. Также у меня тоже спрашивали о том, как я справляюсь. Я где-то упоминала, что у меня была ошибка в натяжке канвы. Ну, я неправильно как-то пришила, и у меня один край провисал. И у меня спрашивали, как исправляю я эту ситуацию. Ну, чтобы сейчас совсем не раскручивать, я так схематично покажу, что когда, допустим, мы раскручиваем нашу канву, то плотную салфетку, у меня кухонные такие салфетки плотные, я ее сворачиваю нужную плотность и вот прям под ткань подкладываю внутрь, вот сюда, допустим, и уже вместе с этой салфеткой закручиваю. Вот таким образом я как бы выравниваю те моменты, если у меня где-то есть провисание. Ну, сейчас я у меня все выровняла. Вот, в принципе, у меня канва очень хорошо натянута.
Ну вот, вот такие вот у меня продвижения, такие мои новости. Вам желаю хорошего настроения, конечно же, легких, красивых крестиков. До новой встречи, всем пока.